Здравствуйте, в эфире «Беларусь-1» и спутникового телеканала «Беларусь-24», программа «Клуб редакторов». Мы будем обсуждать важные темы уходящей недели. Я представлю гостей, которые присутствуют здесь, в студии 600 метров на улице Макаренко, 9. Начинаем с Дмитрия Александровича Жука, главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня» и члена Совета Республики. В гостях Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь», депутат парламента. Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ, кандидат исторических наук. Андрей Кривошеев, гендиректор агентства «Минск Новости», председатель Белорусского союза журналистов и министр информации Республики Беларусь Марат Сергеевич Марков. Добрый вечер. Спасибо большое, что пришли. А хотя мы на этой неделе выходим, по-моему, в оригинале в воскресенье утром, поэтому доброе утро, кто нас смотрит в воскресенье утром. Ну и все из-за славянского базара, и мы не ревнуем, и очень рады, что очередной фестиваль в эти дни проходит в северной столице, как говорят, Республики Беларусь. Огромное количество гостей приехало. Гостиницы забиты, квартиры забиты, иностранцев, море. Посмотрела программу церемонии открытия. Когда программа выйдет в наш эфир, церемония уже состоится, концерт открытия, но так накануне посмотрел, ну, достаточно представительный состав. Думаю, что будет очень интересно. Изоляция Беларуси вовсю. Десятки стран направили своих участников. Аналогичная ситуация из Российской Федерации. Ехал на работу, начал просматривать интернет. Там Bloomberg или кто написал, что какая-то не такая изоляция у Путина. С 20 лидерами за последнее время он встретился и 6 раз летал в командировку, несмотря на то, что псевдосуд гаагский объявил его в розыск. Ну, в общем, славянский базар — история классная, и мы рады, что она продолжается, хотя когда-то ее хотели пустить по миру, но на этом она, скорее всего, и закончилась бы. Кстати, президент приложил руку к тому, чтобы фестиваль сохранился. Спас его на территории Республики Беларусь. Я разговаривал с людьми, которые стояли у истоков создания этого фестиваля. Они рассказывали в подробности, как это происходило. Только-только все начиналось, и Советский Союз распался. И, скорее всего, был поставлен крест на этом мероприятии. Но разрушить большого ума не надо. Пойди собери потом такую компанию, чтобы они, да, для примера Юрмала. У нас будет потом статистика, в том числе и по сторонам Балтии экономическая. Это будет в подверстку к сюжету о 30-летии президентства в нашей стране, чего добились они, особенно в последнее время. Результаты их впечатляют и радуют, пошучу я. Это им в ответ за санкции, которые они ввели в отношении нас. Не только ввели, но самые галтелые сторонники введения санкций против Беларуси, против ближайших соседей. Но бог им судья, мы это тоже обсудим. Ну, большая дата была на этой неделе. 30 лет назад, 10 июля 1994 года, была решена судьба страны. Александр Юрьевич Лукашенко победил на выборах президентских. И много материалов в средствах массовой информации было вчера. Я видел на самых разных каналах. И Дмитрий Александрович, у вас, да, сегодня появился спецвыпуск в «Тенденциях». Конечно, еще раз хочу повторить фразу, которую когда-то сказал. Большое видится издалека. И, конечно, спустя 30 лет уже можно делать определенные выводы. Особенно глядя на то, что происходит вокруг нас и у наших ближайших соседей, на всю богатство и роскошь Литвы, Латвии, Эстонии, мир Украины, спокойствие в Грузии, Армении и так далее. Что бывает, когда к тебе приезжает Сорос и не уезжает из твоей страны? Но обычно происходит так. У нас с Соросом было по-другому. Приехал, пообещал изменить систему образования, ну и так далее. Получил пинка под одно место от Александра Юрьевича Лукашенко. И в результате мы не имеем войны в течение этих 30 лет, в отличие от наших соседей. Даже Российская Федерация и та не устояла. Мы знаем, были большие кровавые конфликты. Я сам в 94-м приехал в Минск, поступил. В 98-м году окончил. Вы все помните, что творилось здесь. Я имею в виду уровень жизни в те времена. Потом я работал в правоохранительных органах. И знаю, что это была бандитская, полубандитская страна. Все основные города были поделены между преступными группировками. А некоторые территории крышевали сразу несколько. Спокойно нельзя было провести грузы от границы Российской Федерации до границы с странами Запада. Сначала их грабили, убивали водителей. Потом, когда начали немного щемить, просто были зацеперы, так называемые, я помню, разрешили.
разрезали тенты, выбрасывали дорогостоящую на технику ходу. На ходу. Чего только не было. На таможне, работник таможни, там в 8 утра была пересменка, в 10 утра в носках уже $1005 можно было найти у него. Это те самые деньги, которые должны были быть выплачены в виде пошлины белорусскому государству, а потом лечь в основу зарплат, пенсии и так далее. Катились мы в пропасть, и тогда президент победил на выборах, и, конечно, народ его поддержал. Сумасшедшая была поддержка, как и много раз потом, во время разных избирательных кампаний и референдумов. Но мы подготовили небольшой сюжет. Я не даю слова, что монолог у меня получился. А давайте посмотрим сюжет, а потом вы выскажете свое мнение. Начало 90-х. Страна в депрессии с урчащим животом. Останавливаются станки на предприятиях. Обозленные рабочие выходят на протесты. Людям попросту нечем кормить своих детей. Купоны выдаются на товары первой необходимости. Водка едва ли не основная твердая валюта. Кризис идей, доверия и чувство полной безнадежности. Обстановка способствует расцвету кумовства и коррупции. Взятка считается не просто уместной, без нее нереально даже устроить ребенка в детский сад. Волна народного негодования готова снести Верховный Совет. Под давлением снизу создается специальная антикоррупционная комиссия. Главой избирают молодого энергичного депутата Александра Лукашенко. Фактически, это расстрельная должность, к ней приковано внимание всего белорусского народа. Спрос за каждое слово и действие не просто большой, он критический. Первый же доклад руководителя комиссии становится информационной бомбой. Вы говорите, Станислав Станиславович, что не надо искать виновных. Надо, Станислав Станиславович, чтобы этого больше не повторилось. Чтобы каждый знал наперед, что если только он посмеет поднять не то что кулак, как Давлю говорил, а только палец, он будет немедленно отрублен. И только во имя будущего, во имя наших с вами малых деток, мы это должны сделать. И не надо здесь замазывать эти проблемы. Каждый за свое должен ответить. Разгромный доклад выбил кресло из-под главы парламента Станислава Шушкевича. Многие, причастные к серым схемам, продолжают занимать ключевые позиции в молодой республике. Парламент и правительство перетягивают между собой одеяло полномочий, но с избытком готовы делиться ответственностью. Конфликт ветвей власти буквально парализует страну. Всего за полгода зафиксировано 168 случаев нарушения законности со стороны местных советов народных депутатов. Причина – игнорирование законов должностными лицами. Никто не готов менять ситуацию, даже больше. Ее закрепляют в основном законе страны. Был заложен дисбаланс в системе государственной власти, поэтому по важнейшим направлениям полномочий президента были установлены чрезмерные ограничения. Страну буквально толкают на аукцион. Все рвутся к приватизации. Каждый хочет урвать свой кусок в мутной воде становления. Западные фонды поддерживают своих лоббистов на территории республики. Ими становятся заядлые националисты, которые готовы на все за помощь в политической борьбе. Фонд Сороса является ведомой у свете доброчинной организацией, якая займается деятельностью в галине распрацовки экономичной политики, реформ у адукации, сродках массовой информации, а так само финансованием разных международных проектов у этой сферы. Сегодня на пресс-конференции присутничал сам Джордж Сорос. В первой президентской гонке три кандидата. Вячеслав Кейбич, сильный аппаратчик с внушительными связями. Зенон Поздняк, националист с опорой на радикалов и внешнее финансирование. Александр Лукашенко, молодой депутат, человек от народа, горящий идеями вывести страну из бедности и разрухи. Это человек из народа. Он очень хорошо понимал народ. И люди это сразу почувствовали. Искренность, открытость того, чего не было тогда, когда человек смело выходил к любой аудитории. Это очень импонировало людям, поверьте. У белорусов впервые появляется шанс вырваться из разрухи и бедности. В 94-м народ идет на избирательные участки и голосует за суверенное развитие страны без перекосов и радикализма. В обществе видят свое будущее сильным руководителем, который готов брать на себя ответственность. Президента идем выбирать. Первого президента республики. А кого, если можно узнать?
Лукашенко. За Лукашенко будем голосовать. Сокрушительная победа во втором туре. Проявление всенародной поддержки и колоссальный кредит доверия от белорусов. Александр Лукашенко берет ситуацию в свои руки. Без права на ошибку. Президент вникает во все обстоятельства. Персональный подход к каждому предприятию и к каждой проблеме. Ну, надо было спасать страну. Это действительно. Когда мы, я помню, были моменты, едем с одного завода на другой, это здесь, в Минске, и вдруг кортеж останавливается, а тогда тоже, ну, была какая-то сопровождение ГАИ. Надо в магазин. Мы сами журналисты, а что в магазине? А в магазине что оказывается? Что на складах есть, в зале нет. Почему? Идет президент разбираться. Да, было такое. Сейчас вот, когда рассказываешь молодежи об этом, вот я своей внучке рассказываю, она не верит, что такое могло быть, что пустые полки. И вот он тогда этим занимался, да. Сегодня Беларусь – это передовое, высокотехнологичное государство. Мы создаем производство и предприятия, которым нет аналогов на пространстве СНГ. Белорусы покоряют космос. Наша страна вошла в клуб ядерных держав. Мы обеспечили свою экономику мирным атомом, а непоколебимость границ тактическим ядерным оружием. Наше общество основано на справедливости. В Беларуси спокойно и уютно представителям всех национальностей и конфессий. Нам есть что ценить и чем гордиться. Ну, контраст такой, по видео особенно, да? Знаете, да. Слушайте, ностальгия 90-х, да, помните эти полки? Да, эти полки помним, и не только полки, и талоны помним, и помним заказные убийства представителей бизнеса на улицах Минска, когда стреляли в людей. Все это было, к сожалению, в нашей стране. И слава богу, что сегодня мы про это вспоминаем вот с такой улыбкой, да, что мы это прошли. 30 лет. Это поколение, на самом деле. Это поколение. Что удалось сделать? Удалось построить полноценное, суверенное государство со всеми институтами и атрибутами, которые признаны во всем мире. И сделал это Александр Лукашенко. И сделал это без всяких революций, крови на площадях. Это было сделано эволюционно, спокойно. Я бы даже сказал, вопреки. Да. Потому что ж пытались, качали каждые выборы. И дело в том, что вот у меня складывается ощущение, сегодня мы много говорим в эти дни про 30-летие, там фильмы идут по каналам различные, да, я с удовольствием их все посмотрел. Но вот я не знаю, наверное, все-таки прав был Александр Григорьевич, когда сказал «рождаются», да? Вот это такой самородок, с которым нам повезло. Вот впечатление, что он продумывал на десятилетия. Вот шаг за шагом, и следующий основывался на сделанные в предыдущие годы. Это очень редкий пример в мировой политической истории, когда небольшое государство, которое стало осколком империи, которой был Советский Союз, получило такое самостоятельное развитие. Дмитрий Александрович, а знаете, что еще очень такое уникальное для политика, для вообще политической жизни? 30 лет назад он по пунктам декларировал то, что хочет выполнить. И ни на шаг от этого не отступил и сделал. Ведь, естественно, когда ты идешь на выборы, ты обещаешь всем рабочие места, высокую заработную плату, не допустить приватизации, несмотря на дичайшее давление, продовольствие на экспорт. Сказал, какой экспорт? Нам есть нечего. Сыра нету, колбасы нету. 30 лет он говорит одно и то же, выполняет его и доведено в некоторых вещах до совершенства просто. Вот есть понятие политик, есть национальный лидер. Вот Лукашенко – это национальный лидер. Поэтому он работает не на нас, не на наше поколение, а на будущее поколение. У него эта цель – обеспечить жизнь в этой стране спокойную, уравновешенную и в будущем. Политик, он конъюнктурщик. Знаете, что такое политик? Это есть один известный политик уже в соседней стране, да, который вскочил в президентское кресло на теме прекращения конфликта с Российской Федерацией. Зеленский стал президентом, потому что сказал, втащил войну. На следующий день после того, как его избрали, он забыл про то, что обещал, задача выполнена, в кресло сел, поехали дальше по отдельной программе. Ну, вот это вот разница.
Я несколько слов тоже скажу, два аспекта выделю. Первый, вот в развитии тех идей, которые Иван Михайлович, Дмитрий Александрович говорил, о том, что было, что стало. Я здесь хочу вспомнить теорию английского историка Арнольда Тойнби, который писал о том, что любая цивилизация развивается в связи вызов-ответ. Наш президент получил вызовы. Что это были за вызовы? Распад Союза, разрыв внешнеэкономических хозяйственных связей с Россией, с другими странами по советскому пространству. Бандитизм. Всегда во времена смуты появляются падальщики, которые на чужом горе хотят нажиться. Вот о чем вы рассказывали, криминал. Разруха в головах, отсутствие всяких систем ценностей. Каждый сам за себя, и дальше пусть хоть трава не растет. И многое-многое другое. Каждый из этих вызовов, одного достаточно, чтобы уничтожить страну. Он их получил в комплексе, десятками. На каждый из вызовов был дан адекватный, подчеркиваю, адекватный ответ. И с каждым годом ситуация менялась. Почему? Потому что мы работали именно с реальными проблемами, не с надуманными вот этими сейчас гендерами, инклюзией и тому подобное, а с реальными проблемами, которые волнуют людей. Наш президент видел картину объективно, реально. И это, как мне кажется, огромное его достоинство как государственного деятеля. Второе, на что я хотел бы обратить внимание, его совершенно правильный, глубокий ход на референдум 96 года усилить президентскую республику, увести ее от парламентско-президентской, сделать президентской и даже, как говорят политологи, суперпрезидентской, ну, с повышенным полномочиями президента. Почему? Опять-таки, вызовы времени. В ту эпоху, да и в нашу, размазывать ответственность по десяткам органов – это тупик. Это означает, что все будет провалено. Должен быть центр принятия решения, и он был получен в лице президента. Во-вторых, это ментальность наших людей. У нас люди всегда апеллируют к человеку. Не к абстрактному органу, там еще к кому-то, а к конкретному живому человеку, который может решить их проблемы. Этим человеком является президент. И Александр Григорьевич совершенно справедливо почувствовал, что мы не можем идти на поводу вот этих западных схем, а должны вернуться к своим истокам и создать такую систему управления, которая соответствует и менталитету, и логике времени. Я думаю, что вот это также его огромная заслуга, то, что он укрепил институт президентства и сделал нашу страну такой мощной, централизованной и сильной. Да, вот сейчас дам слово, но я хочу обратить внимание, особенно молодых зрителей, что не спустя 30 лет мы добились таких результатов. В 94-м я поступил, в 98-м приехал на работу. В году 2000-м, 2001-м, это уже была другая страна совершенно. Да. Абитуриентом была нищета, голодьба просто абсолютная. Буквально через несколько лет работы мы у себя в кошельках реально почувствовали, что совершенно другая страна. Было такое понятие в китайской фирме — годы тучных коров. Вот у нас были тучные годы, нулевые. Это уже стало результатом тех решений, которые... Ну, а по поводу ответственности, я сейчас дам Алексею Викторовичу вам слово. Президент же, он сказал, что я беру ответственность на себя. Дайте мне инструменты, я хочу взять инструменты и отвечу за то, что я буду делать. А для чего нужны конфликт во власти? Мы же знаем, что Западу в любом случае нужен конфликт. Во власти, не во власти, между военными и властью. Ему все равно. В мутной воде, как вы знаете. Да. Ну вот как раз продолжая эту тему, во власть тогда, если мы помним, рвались многие. Да? И желание, вот и в вашем там небольшом фильме было сказано, что желание у большинства тех, кто сидел тогда в овальном зале парламента, кто тогда выполнял функции правительства, у многих это было одно – приватизировать государственную собственность, пойти по пути, который уже проходили соседние с нами Российская Федерация, Украина, Прибалтика. И то, что нам как раз предлагал великий экономист, поддерживающий экономические реформы товарищ Сорос, да, то есть раздербанить государство, уничтожить государственную собственность, ослабив тем самым государство. И те люди, которые шли во власть, вот смотрите, они же себя, ну, как временщики воспринимали. Они хотели прийти, да, урвать себе кусок и потом где-то куда-то уехать, скрыться. Это было абсолютно понятно тогда большинству. Вот. Что делал Александр Григорьевич? Он шел, да, ему нужна была власть. Это правда. Человек, который требовал для себя больших полномочий, но зачем ему нужна была эта власть, да? Не свой карман он набивал, не работал именно как эти мимолетные пташки, которые прилетели, там, нацуревали 100 рублей, то втикли. Нет, его задача была какая? Он хотел сохранить действительно государство, сохранить имеющийся потенциал. Вспомните, какую экономическую политику он вел, достаточно жесткую.
То есть всем этим приватизациям поставил заслон. Он ввел вот это правило золотой акции. То есть мы в условиях рынка не могли не жить по рыночной ситуации. То есть мы должны были принимать эти экономические законы, но при всем при этом мы должны были ориентироваться на нашу специфику. То есть допустить появление в стране новых вот этих миллионеров-миллиардеров, которые взяли просто народное добро, когда-то бывшее общим, положили его себе в карман и потом начинают диктовать, как олигархия, как это было при Ельцине в России, да, это семибанкирщина так называемая. Ведь нам же такое тоже предлагали. И кто стоял у истоков вот, противодействия Александру Лукашенко? Предприниматели, вот эти все, которые нарождающиеся... Для них это лучшие времена, пусть они на меня не обижаются. Он ввел правила, он сохранил государственные предприятия, флагманы, которые сегодня являются главными поставщиками денег в казну, которые сегодня являются красой и гордостью Беларуси. Сохранила Беларусь калий, сохранила МАС, МТЗ. Вот. Потом еще к ним подвязался ряд новых предприятий. Но это же было тогда, с точки зрения тогдашней ситуации, да, большинству казалось, зачем? Посмотрите, это все умирающее предприятие. Давайте мы скинем этот груз с государства, давайте мы передадим эту ответственность. Зачем президенту такая ответственность за умирающие предприятия, за умирающие колхозы? Слышите, у участника нету никакой ответственности. Вот, это его дело. Он сегодня работает, говорили, завтра закрыл. Будет, у него только перед своей женой ответственность. Пусть будет у каждого частный хозяин, и вот он наведет порядок. Если бы мы пошли по этому пути, сегодня не было бы ничего. И вот здесь, с одной стороны, мы понимаем, человек шел во власть, ему эта власть была нужна для того, чтобы делать правильные дела. И вот эта правильная ориентация на то, чтобы сохранить максимально для людей нормальное экономическое положение, чтобы не разбазарить страну. Это вот был на самом деле, мне кажется, тогда, в первые годы вообще, Александр Григорьевич, он был один против вот этой толпы. Один против этого Верховного Совета, в котором товарищи типа наших БНФовцев все смотрели на Запад и готовы были все эти соросовские программы здесь внедрять направо и налево. Были наши доморощенные, вот этот господин Шушкевич тоже, который сегодня внучку свою поставил там в какие-то, его внучка пошла в какие-то там оппозиционные органы безальтернативно, да, то есть у них уже это семейная традиция. Но они за что выступали? Вот он сам рассказывал, я побывал там неде у Литве, мне литовские товарищи раскрыли в очи, как мы тут неправильно живем. И я тут хотел сделать такие же реформы. То есть человек, у которого своего мнения не было, у которого не было своего реального представления о том, как надо жить. То есть они хотели поступать по указке, они хотели жить по этим учебникам. Так Ассор еще приезжал. Западный, да, вот по учебникам западной демократии. Они хотели жить, они не понимали, что есть специфика своей страны, и надо спасать страну, а не выстраивать какую-то мифическую там псевдодемократию, в которой было бы хорошо им, но было бы плохо большинству народа. 3 июля услышала одно мнение, которое хочу процитировать. Белорусы очень скромные люди. Это мне сказала глава Союза журналистов Болгарии, которая как раз приезжала к нам 3 июля. Гостила здесь несколько дней, мы с ней плотно общались. Подписали соглашение, кстати, между союзами журналистов. А почему скромные? Она говорит, вы построили уникальную политическую систему и модель. И вы просто не представляете, насколько она эффективна. В Болгарии за полгода 6 раз проводили выборы. Правительства до сих пор нормального нет. Техническое правительство. Представляете, в каком шоке и стрессе находится болгарский народ для того, чтобы полгода жить в перманентных выборах и при этом не иметь нормальную функциональную власть. У нас она посмотрела второе. Говорит, у вас государство есть? У вас вот ходишь, ездишь по городу, заходишь в магазины, бываешь там в местах отдыха. У вас видно, что государству есть до всего дело. В основном в небольших, средних, западных государствах чувство государства сознательно уничтожено. То есть, если ты без медицинской помощи подыхаешь под забором, у тебя нет денег на платную медицину, ну так и подыхай, это ж ты не конкурентен в этом государстве. А чего ты не заработал на страховку? В-третьих, социальная модель. Ну вот это отчасти касается того, что государству есть дело до своего человека. Ведь уникальная социальная модель. Ведь Беларусь, несмотря на то, что половина, чуть больше, чуть меньше, в зависимости от года, ВВП нашей страны производит частный бизнес, коммерческие предприятия,
у нас не сброшен, как говорили эти либералы или либертарианцы, не сброшено социальное государство. То есть человек остается в центре экономики. Это наш тоже уникальный опыт. Поэтому я согласен с Снежанкой Тодоровой о том, что мы скромные люди, и наша скромность заключается в том, что мы не всегда громко, не всегда отчетливо говорим о наших успехах. А 30 лет это была и остается до сих пор история белорусского национального, народного, государственного успеха. И это, безусловно, успех народного президента. Нам, наверное, зрителю надо немножко объяснить, почему мы так много внимания уделяем сегодня этому вопросу. Знаете, вот иногда нужен повод для того, чтобы сказать то, что ты действительно думаешь постоянно, и за что можно благодарить президента, чтобы это не было, не казалось исключительно такими хвалебными речами. Мы знаем, как президент просто к этому относится, да, в том-то еще и дело. Врежет нам. Давайте прямо скажем, возможно, врежет и за это. Да. Но в данном случае, я считаю, это оправдано, потому что все-таки 30 лет победы на первых президентских выборах заслуживают, ну, как бы являются той датой, когда мы можем и должны об этом сказать, на мой взгляд. Я бы хотел подчеркнуть несколько моментов, которые крайне важны. В 91-м мне было 22 года. И я помню, и большинство из вас помнит сознательно вот эту вот разницу, которая наступила, да, вот что произошло, когда развалился Советский Союз, когда были нарушены все экономические связи, когда произошла вот эта вот деградация экономики и деградация страны фактически. Ведь мы прекрасно понимаем, Беларусь была уникальной страной, вернее, республикой на постсоветском пространстве. Вернее, на советском пространстве в тот момент. Сборочный цех. Уникальный. Сборочный цех всего Советского Союза. Экономические связи были со всем Советским Союзом. Мы работали на всю страну. И вот это главный момент, что мы потеряли моментально, в одночасье, благодаря, в кавычках, этим решениям, которые были приняты вопреки воле народа. И когда предприятия потеряли рынки сбыта, когда люди стали выходить с касками на площадь независимости, что мы не помним этого прекрасно, когда в магазинах, извините, вот эти кадры, я бы хотел, чтобы иногда существовала машина времени, чтобы наших наиболее глупых, прямо скажем, молодых людей, которые скачут потом на площадях и думают, что они этим завоюют себе благоденствие, вот туда отправить, пожить хотя бы на месяц. Вот в этих условиях, когда ты будешь ночью занимать очередь там, за носками, да, когда кусок колбасы выброшенный на прилавок для тебя будет счастьем, потому что ты будешь бежать к нему и расталкивать локтями всех, кто рядом бежит с тобой. Эта ситуация, вот ее нужно прочувствовать, а лучше пережить в определенный момент для того, чтобы больше никогда не хотеть, чтобы это повторялось. Президенту надо сказать спасибо. Я немножко не соглашусь, может быть, с Алексеем по одной простой причине. Я конкретизирую, да? Да, он был один в номенклатуре. Вот среди тех людей, которые сидели в тот момент в парламенте. И вообще все удивлялись, почему человек, у которого нет поддержки силовиков, у которого нет поддержки номенклатуры административной, нет поддержки какого-либо фронта или движения, да, и он все равно смог всех, они говорят, перехитрить. Нет, у него была настолько сила характера, которая позволила их победить в честном бою. Вот вчера на одном из телеканалов прозвучало в отношении президента вот эти слова. Он был своенравным, неподкупным и думал о своем народе тогда. А что поменялось за 30 лет? Что? Что-то поменялось в президенте в этом плане? Вот среди этих ключевых качеств, да, он совершенно самодостаточен, он совершенно понимает четко, что нужно делать. Да, его невозможно купить, и сколько бы Соросы и же с ними не старались, этого никогда не произойдет. И самое главное, я помню, когда-то, когда было обоснование формирования некоторой идеологической вертикали, звучала такая фраза о том, что президент напрямую ведет свою работу с народом. Вот именно поэтому он никогда не был одинок. И на первых выборах 80% его поддержки четко показали, за кем народ. Не с левыми, не с правыми, а со своим народом. Именно. И, как он всегда говорил, да, мне не нужны прокладки, мне нужны помощники. Да, но мне не нужны прокладки между мной и народом. Это правильно.
потому что он всегда говорил с народом напрямую, и вот эта вот черта у него сохранилась на протяжении всех этих лет, и это в первую очередь вызывает доверие. И, наверное, последнее, что бы я хотел сказать, мы едва не потеряли свою страну, именно потому, что люди, которые начали помогать тем, кто пытался страну разрушить, те, кто вливал сюда миллиарды денег до 2020 года, чтобы мы легли, и можно было страну, которая уже как конфетка, ее нужно было просто раздербанить за копейки. В этой студии звучали цифры, когда предприятие стоимостью миллиарды долларов предлагалось купить за 200 тысяч долларов. Да? Просто, ну что, давай мы тебе 200 тысяч заплатим, и все, и ты нам помогаешь эти предприятия реализовать. Вот те люди, которые выскочили тогда и начали помогать попытки сдербанить страну, вот они не понимают, что следующий шаг – это было бы прекращение нашей мирной жизни. Вот каждый раз в этой студии мы должны повторять, что если мы, не дай бог, сломаемся, если мы потеряем суверенитет, мы будем следующими, кто будет проливать свою кровь на своей земле. Вот нельзя этого допустить. И вот об этом нужно в первую очередь думать. И вопрос, будет ли существовать тогда наше государство, учитывая поползновение некоторых западных соседей. Всегда интересно мнение первоисточника. Уже рассказывал, еще раз расскажу. Имел возможность несколько часов беседовать с Кебичем. Брал интервью у него, и он мне рассказал историю. Вот когда вот это все развалилось, и он с Дементеем, мы вышли из поезда, по-моему, это была Москва. Они же не были в Беловежской пуще, они, по-моему, из Москвы ездили в Москву. Он говорит, сынок, было ощущение полной растерянности, полной безнадежности. Мы вышли на вокзале как два бомжа, лидеры, так сказать, государства, и не понимали, что делать. Денег нет, банка нет, управления государством понимания суверенного нет. Москва трубку не снимает, Москва трубку не снимает, потому что ж привыкли указания из Москвы получать. Предприятия стоят, ну что, нужно принимать решение в парламент. Можно было в парламенте в те годы принять хоть какое-то решение? Туда ворвались все, кому не лень, каждый решал свои вопросы. Как мне потом рассказал уже Дементей во время интервью, а я брал два подряд интервью, что злую шутку сыграла трансляция то ли по радио, то ли по телевизору до обеда, которые шли. Каждый день люди смотрели, как КВН. Там был звездный час для них. Они говорят, для них этот КВН был до обеда, потому что по телеку покажут после обеда бани. Говорит, это было решение, не принимались, невозможно было протащить ни одно решение. А страна катилась в пропасть. Это вот многие говорят, что вот вы сказали, суперпрезидентская республика. Нужно понимать, на мой взгляд, что мы в исторической перспективе огромные, живем в таком маленьком периоде, но периоде переломном для нашей страны, да, в котором решается все. И как бессильные власти, я, например, не представляю. Но представьте, например, вот в Минск. На Минск надвигается стихийное бедствие. Цунами идет. Через два дня будет у нас. А за ним 30-градусный мороз и песчаная буря. Скорее всего, все погибнут. И тут мы начинаем, давайте голосовать. Ну, начнем в Минске решать вопрос. В какую сторону нам бежать? По землю или влево, или вправо? Какие решения принимать? Два дня осталось до того, как мы рухнем. Но не те были времена для того, чтобы заниматься этой демагогией. Конечно, сильная власть, и народ это понял, да, насколько я понимаю, что только сильная власть спасет. Появился человек, который сказал, я беру на себя ответственность. Для многих людей это стало ключевым, мне кажется, фактором его поддержать. Потому что весь парламент, Верховный Совет, он все делал, чтобы с этой ответственности соскочить, уйти в сторону. Да там не было за что отвечать, они не могли решение одного принять нормально. Коллективная ответственность, вот это не ответственность, это безответственность. Момент ответственности за свои действия, мне кажется, это был тогда ключевой момент. И сегодня он остается таким же важным и ключевым моментом, если мы говорим про деятельность президента. Но я бы еще обратил внимание, один маленький штришок. Вот Дмитрий Александрович совершенно верно говорит по поводу того, что Александр Лукашенко появился вот в тот момент, когда нужна была сильная личность, когда действительно корабль в бурном море идет, мы же не будем там у команды устраивать демократические, да, выспрашивать, а куда нам, направо повернуть, налево, риф или перед нами, или это что-то другое, может, спасительный островок.
Но это безумие полное. Вот нас в это безумие окунули, и Беларусь оказалась, кстати говоря, именно в результате распада Советского Союза в ситуации, когда от нас ничего не зависело. Вот по этим волнам нас несло, не было сильного лидера во главе государства. Государства как такового не было, были основы, институты. Вот. Но Александр Лукашенко, во-первых, он заявил о том, что да, он будет тем человеком, который наш корабль поведет, но все-таки тут важно по поводу демократии, не демократии. Манера работы, да, то есть вот вы правильно говорили, что не нужны прокладки, а нужны помощники. Выстраивание работы с вертикалью, да, то есть это должна быть работающая система. Не система, где сидят независимые от тебя 400 парламентариев, которые там у нас были в Верховном Совете предварительно, до реформ всех, да, и которые каждый пришел туда и мнит себя пупом земли, и который каждый высказывает свою точку зрения, ему абсолютно наплевать на других. То есть наш парламент был недоговороспособен и не мог принимать компромиссные решения. Не в этом его была задача. Здесь надо было сделать какой-то укорот вот этому вот абсолютному безвластию, абсолютному хаосу, разгулу вот этой вот демократии, основанной на популизме, на проявлении себя. Но референдумы, которые стали проводиться, опрос мнения народа, который потом, в отличие от тех же советских референдумов, референдумы провели, народ высказался за сохранение СССР, и СССР развалили благополучно. То, что делал президент, опросы проводил и строго в соответствии с ними, выработав вот эту вот стратегическую линию, дальше выстраивал конкретную политику. Это очень важно. Вот это, то, что он брал у народа кредит доверия, то, что он народа спрашивал, куда идти, в какую сторону, потом в эту сторону вел. Там уже не отвлекаясь на мелочи, там уже создавая вот эту конкретную ситуацию управления. Вот так, наверное, и надо было работать. Тут еще два таких штриха, которые хотелось бы отметить, возвращаясь как раз в эти 90-е. Первое. Беларусь строила свою систему сама. Это было президентское видение будущего республики. У нас не было где посмотреть. Вообще в мире не было у кого взять готовые рецепты, методички, как строить среднее европейское государство в таких условиях. Напротив, все те, кто строил эти государства вокруг нас, шли другим путем. Это второй момент, который я хотел бы подчеркнуть. Мы находились тогда, в 94-98 году, во враждебном окружении нашей национальной модели президентской республики. Вы вспомните, даже Российская Федерация, ближайший к нам союзник, но с точки зрения экономических элит, как минимум, была враждебна белорусской экономической, социально ориентированной рыночной модели. Откровенно, не то, что там помогало или не мешало, она была откровенно враждебной. Вы же помните, Немцов с хакамадой, с чемоданом денег в Минском аэропорту. Ну, они зачем сюда прилетали? Березовский. Вот, и это было постоянно. Поэтому еще два таких штриха, которые хочется подчеркнуть. Мы сделали эту республику благодаря президенту сами, и мы выстояли в самых сложных условиях, когда у нас не было ни помощников вовне, ни советчиков. Угу. Но сейчас, благодаря тому, что некоторые наши уехали, натворив здесь и приступив черту, описанную административным уголовным кодексом, у нас появилась масса народных репортеров в странах Балтии, в Польше. И увидели, каково. Каково там. Ну, Польша еще куда ни шло. Там истерики. Вы видели, Иван Михайлович, там истерики. Но при всем нужно не забывать, что американцы с европейцами лепили антисоветскую витрину. Конечно. Около триллиона долларов поляки просто получили от стран Евросоюза и США для того, чтобы народ польский закрыл рот и стал антироссией. Мы это знаем. Это в открытых отчетах, в том числе и европейцев, когда поляки начали тут там чудить, что мы самостоятельно, помните, Качинский, судебная реформа, им напомнили сразу, сколько они проели европейских денег. Тем не менее, талончик к врачу год надо. Ну да, но это уже вопрос эффективности государственной системы. Но посмотрите, что в странах Балтии творится, что в... Да в Болгарии что творится? Да в Румынии что? Да в Молдове что? Армения, Грузия, которая все никак не может определиться, с кем она. Я не хочу сказать, не поймите меня правильно, что мы тут такие великие, они такие. Они все когда-то легли под страны Запада. И что?
Ну и что они из этого получили? Вот последнее. Вот в развитии вашей мысли, я вот думал, горит, не горит, но выскажусь. Вот мы сейчас много очень говорим о президенте, совершенно справедливо, и больше еще надо говорить, потому что много граней его деятельности мы не сможем, ну, за неимением времени просмотреть. Но я бы хотел о чем сказать. О белорусском народе, который тогда, в 90-е годы, сохранил вот это здоровое нравственное чутье и почувствовал, на каком пути его спасение. Давайте вспомним. Из республик бывшего Советского Союза, кто дал наибольший процент за сохранение Советского Союза? БССР. Далее, хорошо, Союз развалили, наплевали на волю народа. Надо искать новые пути вот в этом новом мире. И мы не погнались, вот белорусский народ, за модными идеями. Да, отдельные люди, конечно, вот, но если говорить о глубинном народе, то он почувствовал, где правда. И в этом смысле наш народ оказался народом мудрым, народом, который не склонен как у Есенина, задрав штаны, бежать за комсомолом, да, то есть за модными идеями, за модными словами, а твердо стоит на земле и знает, где правда, где жизнь, где спасение, где будущее. И благодаря этому, в том числе, наш президент смог опереться на свой народ и пойти по пути исторического успеха. Да, но вот свежие цифры. По итогам 2023 года Эстония демонстрирует самый большой экономический спад среди стран ЕС. Литва – европейский лидер по убыли населения. В 90-х годах в республике проживало 3,7, сейчас меньше 2. В 28-м, говорят, будет 1,6. Два раза меньше. Без войны. Да, в 2050 году больше половины жителей Литвы будут преклонным. Воюющая страна нести не может. Значит, воюет. Значит, какая-то война идет. Да. Латвия. Ну, санкции в отношении Беларуси. Вот Балт-Ньюс, по-моему, публикует. Объем железнодорожных перевозок за 4 месяца 2024 года сократился на 25% по сравнению с тем же периодом 2023. Но в 2023 году грузоперевозки в Латвии сократились на 27% к 2022. За 5 месяцев 2024 на терминалах Вентспилсского порта перевалено на 29% меньше грузов, чем за соответствующий период 2023. В 2023 грузооборот был на 29% меньше, чем в 2022. Объем перевезенных наземных транспортом грузов за 3 месяца 2024 по сравнению с аналогичным периодом 2023 сократился на 8%. В связи с ухудшением жизни Латвию покинуло 16 300 трудоспособных людей. Это нашим замахарам привет, которые все считают, сколько от нас выехало людей. Но я, во-первых, в этих странах некоторые вообще абсолютно пронацистские власти, я это повторял, буду повторять, ну как нужно не уважать свой народ, чтобы из захотелок Запада, который уже не скрывает, что он просто воюет против Российской Федерации и Китая, поставить на колени целую отрасль. Это просто какое-то безумие. Латвия просто убила. Бизнес, ничего кроме бизнеса. Это очень циничная, грамотная политика олигархических групп Евросоюза и англосаксов. Это было очевидно. Но есть еще другой момент, психологический. И вот этот психологический момент для нас гораздо более, ну не скажу страшно, но вызывает тревоги гораздо больше, однозначно. То же самое с нами пытались сделать в начале 90-х, о чем говорил Марат Сергеевич, рассказывая про колбасу и как локтями расталкивая. Да? Это что-то такое? Это лишение человеческого достоинства. Ну да, да, унижение. А в этом униженном состоянии люди способны на крайние меры, в том числе и радикальные. Так вот, население прибалтийских государств уже ставят именно в такое положение, когда человеческое достоинство людей, ну, крайне уязвлено. И значит, эти люди способны поддаться любым провокациям, в том числе и на силовые действия. Вот они, смотрю, от нашей энергосистемы отключились. Да. Молодцы, ну, здорово, вместо рубля будет 10, но нет вопросов. Продолжайте в том же духе. Иван Михайлович, тут очень важно, наши люди хорошо понимают образы, да? Образы, когда это пропускают через себя. Ведь страны Прибалтики, Прибалты так называемые, да, они были для нас наиболее близки, так же, как и Польша. Ну, даже в силу географических вещей и в силу того, что у них есть то и всегда было то, чего нет у Беларуси. Единственное, чего нет у Беларуси. Море. Море. Угу. Да, и поэтому, да, мы стремились туда ехать. И дело в том, что вот то, что говорит Дмитрий Александрович, правильно, акцент. Политиканам крайне важно свои решать планы, да, свои задачи решать, они о народе совершенно не думают. Вот эти вот в полтора раза или почти в два раза уменьшение численности населения прибалтийских стран конкретно, да, это ведь свидетельствует о том, что люди просто уезжают оттуда, потому что там жить им не нравится, не хочется, уровень жизни не тот. Мы сами ездили в Прибалтику,
И вы ездили, и я ездил. Достаточно. Но ведь для того, чтобы... Они хотели жить нормально. Они хотели жить с нами нормально, в нормальных отношениях с Беларусью. Они делали бизнес под Беларусь и под Россию. Давайте прямо говорить, что поляку, который имеет выход в то же самое море, необходимо ездить в Палангу отдыхать? Или в Клайпеду еще куда-то? Зачем? У него есть то же самое. Немец поедет туда в большом количестве. Мы прекрасно видели своими глазами, как сюда организовывались шопинг-туры для белорусов, чтобы белорусы ехали на море, чтобы они ехали в эти акрополисы за товарами, да, просто потому, что это они немножко другие были на тот момент, или даже просто для того, чтобы отдохнуть на море. И сюда специально бизнес приходил, и это было выгодно всем. Мы выезжали туда десятками тысяч просто отдохнуть, и мы просто тратили миллионы долларов, десятки миллионов и сотни, и это поддерживало экономику этих стран. Кому выгодно было вот это санкционное давление, вот этот разрыв отношений и забор, который они поставили? Кому это нужно было? Это было нужно было исключительно тем, кто сейчас лезет в Европарламент. Мы же обсудим потом, наверное, зарплаты, да, великолепные, которые получают. И эти люди просто готовят себе подушку безопасности и мягкое кресло. Я говорю про ту же Каю Каллас, да, я говорю про... Которая проиграла все в родной истории. Я говорю про этого... Я даже не могу запомнить его фамилию, потому что оно ничего не значит. Президента Латвии... Они все Боррелли. Который... Они все Боррелли? Я бы всегда назвал они все Урсулы. Не в баррелях, а в Боррелях. Я вот почему-то у меня всегда вот эта картинка перед глазами. Урсула ведьма, да, вот в мультфильме, да, про русалку. Но это реально же, я же ничего не придумываю. И вот они все, либо хорошо, Боррелли или Урсулы, неважно, не имеет значения. Суть остается тот же. О стране, в отличие от нашего президента, они не думают. Они думают исключительно о том, как свой зад потом все посадить верно. На мягкое все кресло. Вот я вас, Марат Сергеевич... А почему они не думают? Если президентом Латвии, Литвы, Эстонии становятся граждане, имеющие гражданство США. Или Канады. Или Канады, да. То есть граждане, знаете, гражданка Франции. Знаете, почему? Как вообще можно строить государство, управлять государством, если во главе стоит иностранный гражданин? Хотел поддержать Дмитрия Александровича в его логике. Я думаю, что здесь есть, с одной стороны, идеологизация гораздо более жесткая, чем была в Советском Союзе. Они идеологизированные люди, они действуют из своей идеологии, вот этого переформатирования человеческой антропологии. Они уже дошли до этого. А второе, о чем Дмитрий Александрович сказал, они очень холодные, циничные, прагматичные люди. Это правда. Чем меньше населения в Литве, Латвии, Эстонии, тем меньше голодных ртов и тем меньше тех, кто будет требовать эффективного государства. А значит, этим самым Каллас и всем прочим сидящим чиновникам меньше работы. Езди в Брюссель, получай оттуда указивки. Езди в Вашингтон, получай оттуда свои задания. И больше ничего делать не надо. Ну, мы знаем, такая есть, вот Марат Сергеевич, я поддержу уже, вы как раз помните, тоталитарная секта под названием Европарламент. Я сам там бывал, там невозможно интервью взять без согласования. Они не дают. А вопросы ты должен заранее отправить. А если на каком-то брифинге задал вопрос, больше никогда в жизни не войдешь в это здание, чтобы вы понимали. Он Надежде Сас вышли пару депутатов, дали интервью, говорят, что там еле ноги они унесли, полностью заставили все контакты прервать, там едва ли там санкции в отношении их сами же не ввели. Избрали киприоты 24-летнего блогера в Европарламент, острова на язык, с языком без костей, чтобы понимали, почему они все поддержат любое решение, которое им спустят сверху. Там сначала Вашингтон, потом Лондон, ну, потом Брюссель, там, Боррель, Урсула и так далее. Урсула зарабатывает, ворует на миллиардах, мы знаем, на вакцинах. Компромата на них огромное количество, они вообще ничего не решают. А дальше клерки поменьше, помните, которые все против нас голосуют. Чтобы вы понимали, они никогда в жизни не скажут то, о чем думают на самом деле. Я надеюсь, что у них все-таки в голове есть серое вещество, они реально способны оценивать обстановку. Но послушайте, как живет депутат Европарламента. Начнем с моей зарплаты. Каждый месяц в карман я кладу 8 тысяч евро. Плюс к этому каждый рабочий день я прихожу сюда в парламент и подписываюсь. За это я получаю дополнительные 350 евро, что мне кажется довольно странным. Кроме того, у меня есть 30 тысяч евро в месяц на зарплаты моей команды.
Еще я могу иметь офис в моей стране. На это мне выделяют 5000 евро в месяц. В дополнение ко всему вышесказанному, у меня есть еще 4000 евро в месяц на продвижение работы, которую я делаю в парламенте. Еще одна прикольная затрата – я могу использовать 10000 евро в месяц, чтобы проводить людей в парламент, чтобы те увидели и поняли, что я тут делаю. В дополнение ко всем этим деньгам у меня есть льготы, например, водитель в Брюсселе, а еще билеты бизнес-класса на самолет, чтобы тот увозил меня домой. Каково? Я очень хотел бы вот этот момент прокомментировать. Я думал, мы, правда, не будет в видео калькулятора, да? Поэтому вчера сел просто так и посчитал. А я не считал, кстати. А я посчитал, да. У меня, правда, получилось не 60, а 55 тысяч евро. Может, у меня плохо с математикой. Вопрос в другом. А о чем говорит эта цифра для европейского обывателя? А он просто сразу перекладывает это на себя. Так вот, по данным Евростата, средний доход европейской семьи из двух работающих человек с двумя детьми составляет 55 тысяч евро в год. Вот. А он получает 500. 60 тысяч евро в месяц. В 12 раз больше в год. За счет вот этих самых налогоплательщиков, которые ему обеспечивают такое безбедное существование. Естественно, потом все эти Калласы и Урсулы, они очень хотят там задержаться. И это для них не просто прихоть, это смысл существования. По-другому они... К вам, как министру информации, вопрос. А почему молчат неполживые мусорки типа Тутбай и Еврорадио? Ну, потому что они неполживые и потому что они мусорки. Я еще хотел бы продолжить немножко дальше познаваться математикой. А сколько человек в Европарламенте депутатов? Ну, много, я не помню. Порядка 700. Да, много. А еще штат, а еще помощники. Это же такая нормальная контора для отмывания европейских... Всех на фронт. Это самая дорогая и наименее эффективная бюрократия в мире. Которая не принимает по сути, никаких решений. Да, которые приводили эти. И не случайно сейчас, кстати, в Европарламенте формируется третья сила, вот совместно партии Орбана, Австрийская партия Свободы. Кстати, интересный лозунг у Австрийской партии Свободы. Представители народа против предателей из Брюсселя. Ну вот, да. Я надеюсь, что этот блогер только первая ласточка, и с формированием этой новой третьей силы в Европейском парламенте мы увидим гораздо больше скрытых скелетов в их брюссельских шкафах. А вы знаете, что произойдет на самом деле? Учитывая их ментальность и ту пропагандистскую машину, которая там работает, просто желающих попасть в парламент увеличится кратно. А желающих этот парламент сравнять с землей, я думаю, тоже увеличится кратно. В этом парламенте очень удобно работать, потому что он не несет ответственности за то, что он делает. И самое главное, что такое Европарламент? То есть сохранены национальные правительства, сохранены национальные парламенты. Если плохо будет венгру, венгр пойдет жаловаться и кричать на своих венгерских депутатов, да, французы будут выдвигать там к национальному собранию Франции претензии, немцы пойдут в Бундестаг, будут кричать. А за что отвечают депутаты Европарламента? Ни за что. Горлопанят. Вот, а и при этом, мало того, что они... Заявление делают. Они же не просто получают эти деньги, да, это же только вершина айсберга. А весь обслуживающий аппарат, который вокруг этого Европарламента крутится, да, все эти дополнительные вливания, которые идут из общего бюджета, которые выкачивают из стран. Конечно, вот это вот евробюрократия, Европарламент, там есть еще одна контора, Еврокомиссия, которая себя называет правительством Европы, которую при этом никто фактически не выбирает. И даже Конституции не было. Как туда эти люди попадают, никто не знает. Есть еще всякие евросоветы, да? Вы же смотрите, там накручено парламентская ассамблея Совета Европы. А сколько они воруют на грантах на борьбу с белорусским режимом? Вы можете себе представить, какая часть этих денег доходит? Не могу, мне не показывали отчетность. Надо туда еще блогера какого-нибудь. Воруют все. Я вспомнил сейчас, вы знаете, этих террористов, экстремистов и одно из самых ничтожных вообще, некогда, наверное, средств массовой информации, Белсат называется. Простите, что я произношу это название в эфире, потому что больших фейкометов, наверное, невозможно просто представить. Люди без чести, совести и
и стыда. Ну, и это обнаружило даже не только польское правительство, но и Генеральная прокуратура. Вы слышали, да, что там подозревают в воровстве денег, сами заказывали на стороне проекты, сами их изготавливали и деньги барыжили. Агнешку эту выгнали, в общем-то, заслуженно. Давно нужно было ее выгнать, хотя вместо нее стало еще хуже. Но собираются, так сказать, укрупняться они, и это будет, я так насколько понимаю, частью большого иноязычного проекта, направленного в том числе и на Российскую Федерацию. И что, прежде всего на Российскую Федерацию. И что, они бросили нас, что ли? Или бросили как раз вот эта вот часть... Они решения теперь не принимают. Или предатели нигде не любят. Они перестали быть юридическим лицом. Они стали уже откровенно ответвлением ТВ «Полония». И как и раньше они, в общем-то, от него зависели. Но хоть какая-то видимость, что самостоятельный канал. Сейчас это кусок польской медиагруппировки, которая в состоянии нынешнем, текущем, где она все делает, Польша в целом, для того, чтобы поссориться с Россией, конечно, они будут работать и обслуживать интересы в первую очередь там. Но про нас не забудут, не волнуйтесь. Не, ну там же польское правительство тоже, оно все видит, я знаю, оттуда есть информация, они же тоже изучают ситуацию, и они видят, что скатились эти все помойки абсолютно до практически 100% лжи, до 100%, и они знают, что это вызывает совершенно обратную реакцию в Беларуси, полная потеря доверия к этим источникам информации. И это просто дичь, это не то, ради чего их, в общем-то, создавали. Да, конечно, воевать с Белоруссией, с белорусским государством, да и с народом в последнее время, к санкциям же призывают против народа, но дичь не могут терпеть. Даже там вот эти последние истории взялись. Помните, президент говорил, к выборам готовится. Они все... Там все, оказывается, врачи в этих редакциях. Опять президента лечит состояние здоровья. Слышите, ну я когда читаю это, я, во-первых, извините, был удостоен несколько раз чести, в том числе недавно я с президентом, например, в одной компании колол дрова. Я вам хочу сказать, что помощь вообще нужно было мне оказывать после этого всего, причем в течение нескольких дней, а президент это может делать на протяжении едва ли не каждый день. Плюс я знаю, что такое график. Ну, вы знаете, что супруга работает пресс-секретарем президента. По 10-12 часов без каких-либо проблем. Ну, к счастью, в эру интернета мы видим, есть специализированный телеграм-канал и Пул Первый, и мы видим график президента. Но несмотря на очевидную вещь, да, очевидную, все мы видим, какой график, но просто не стесняясь врут. Ну, я думаю, что в том числе и это польское правительство. Иван Михайлович, ну никогда не было, и вот снова. Снова захворел. Умерли те, кто на его похоронах хотели проскользиться. Люди, поймите, фантазия наших оппонентов скатилась в отрицательное значение. Ну, да. Уже даже не ноль, уже отрицательное значение. Президента видят по телевизору, видят благодаря телеграм-каналу, Инстаграм, там тоже, кстати, интересный последнее время стал развиваться, да, инсайт. Но вы знаете, ведь они работают не для наших людей. Чтобы отчитаться. Они не для нас работают. Наши прекрасно понимают и видят, что президент в форме. Да те же вот мероприятия 2-го торжественного, 3-го парад, вечером в Астане, на утро выступление на ШОС. Вы просто поймите, какая концентрация эмоциональная, психологическая, умственная должна быть у человека, чтобы это все провести на таком высочайшем уровне. Но они будут это говорить. Знаете почему? Это их потные, страстные желания. Фантазии. Может, и не смогут никогда. Александр, я, может быть, свое мнение выскажу немножко в другом плане. Я же как-то все-таки отвечаю за информационную сферу, и я понимаю прекрасно тенденции, которые... Вот первая фраза, да, никогда не было, и вот опять она очень сильно определяет суть процесса. Потому что если вы вспомните все предыдущие избирательные кампании, каждый раз... Во время избирательной кампании эта тема начинает звучать. Ну, просто методичка написана таким образом, чтобы ты выполнил пункт 1, пункт 2. Пункт 1 – в стране все плохо. Все воруют. Экономика разваливается. Не только Агнешка ворует, но и белорусские чиновники. Государство деградирует, да, и народ бедствует. Это пункт первый. Он обязательно звучит всегда на каждую избирательную кампанию, потому что они пытаются создать этот информационный фон. И вот эта тема, она точно так же в обязательном порядке появляется. И реплика по поводу того, что померли уже давно все те, да, кто хотел прийти на похороны. Нет, на самом деле это так.
Они работают не только на внешний рынок, они пытаются и на нашем рынке информационном тех людей, которых, ну, скажем так, сознание недостаточно для того, чтобы селектировать правду от лжи, и те, которые, как они потом на фоне двери говорят о том, что он поддался деструктивному влиянию телеграм-каналов, вот на них же это тоже рассчитано. Оно рассчитано, что эти люди поверят, они рассчитаны, что они будут этим руководствоваться. А мы все являемся руководителями. И я знаю, я видел ваш стол, да, я видел стол там Дмитрия Александровича. Это когда ты приходишь, а у тебя вот такой пакет документов, и это только на твоем предприятии. И ты вынужден не просто подписывать, читать же нужно, в каждый документ. А теперь представьте себе, помимо тех мероприятий, которые президент ежедневно отрабатывает, сколько времени он должен проводить на то, чтобы подготовиться каждому и на всю страну, давайте прямо говорить, расписать важнейшие решения, которые сформулированы кем-то. Марат Сергеевич, ну вы же понимаете, мы же не здоровый президент обсуждаем, мы его видим в последнее время вообще или не каждый, мы обсуждаем их. Вот часто я в дискуссиях просто говорю, хочется к логике. Иногда, да, иногда я говорю, объясню, Марат, у меня есть ответ. Я иногда говорю, там, Марат, ну, Сергеевич, читаю то, что они пишут, я, ну, прилично скажу, ну, идиоты это тоже не причем, глупцы скажу. Мне говорят, да не, они такие уж не глупцы. Вот я объясню. Но мне кажется, что они уже просто с катушек слетели, ведь их даже финансирование уже закрывают. Иван Михайлович, вот теперь главное слово вы произнесли. Вот вы сказали пункт один и перечислили экономика и так далее, и так далее. Так вот, в ведомости экономика отдельно сумма, здоровье отдельно сумма, треть. И они вот эти все вещи по этой ведомости, а не по методичке, будут отрабатывать. Зависит, да? Им за это платят. А как же слова одного ЦРУшного подданного с белорусскими корнями? Нема грошей, нема. Нет, знаете, Иван Михайлович, последняя реплика. Вот этих медицинских исследователей, да, у них сейчас есть объект? Да, правда. Но они почему-то на нем не хотят тренироваться. Не смотрят, да, в ту сторону. Ну, там, немножко за океаном. Да? Да. Вот, по-моему, это объект для исследования. Это откуда платят? Он, кстати, сказал, что... Он сказал, что... Простудился. Новость последних нескольких дней, он сказал, что он победил Путина. Уже? А вообще он сказал, Он что, Господь ему должен прийти. Да, уже. Восстановить культуру на Уране. Вообще он сказал, что мы все не человеки, только они человек. Давайте послушаем. Есть, да, по-моему, это его... Реплика. Вы знаете, я не только провожу избирательную кампанию, я управляю миром. Пусть это не звучит гиперболизированно, но мы ключевая нация мира. Я создал НАТО, его будущее. Никто не думал, что я смогу его расширить. Я тот, кто остановил Путина. А это вообще признаки нацизма? Мы ключевая нация мира, ну, или это нет? Это вообще в духе американцев. Да, они же сказать, все время мессианство вот это свое пропагандируют. И а еще у них классная косметика. Ну, начиная с Первой мировой войны, когда они действительно картинка получили доступ, да, к руководству миром, они же вот занимаются тем, что несут свою правду. Но с другой стороны, вот эти вот все оговорки. Я создал НАТО, я его расширил, хотя это все сделано было отнюдь не товарищем Байденом. Такая вот. Но человек живет в мире своих иллюзий, в мире своих старческих фантазий, старческого маразма. Но вот как правильно говорится, наши почему-то беглые, которые любят обсуждать здоровье Александра Григорьевича Лукашенко, по поводу здоровья Байдена я не видел ни на этом кривом зеркале, ни на их нивках, не видел что-то, никаких вообще материалов. Не то, что там критических, не кривых. У них там какой-то один пошутил, Шило, по-моему, по поводу того, что Трамп сидя подписывал, а Дуда стоя, выгнали из Белсата под одно место, дали сразу же. Когда-то вы захотели, чтобы в этом тоталитарном обществе... Помните, вот как... Нет, ну должна же быть какая-то журналистская этика, должна быть объективность. История повторяется дважды. Один раз в форме трагедии, другой раз в форме фарса. Как злословили над Леонидом Ильичем Брежневым. А он фронтовик, а он пережил и ранения, да, и так далее. Заслуженный человек. Он был в середине 70-х годов, и все равно он проводил политику в целом. Мы можем спорить, там, вот войск в Афганистан и так далее, но... близко не было от того, что мы видели сейчас. И вот как насмехались. И вот сейчас как какая-то плата истории за то, что в том числе и наши люди, к сожалению, когда-то тогда злословили над Брежневым, над вот этими, когда он так неудачно сказал слово «систематически». Вот. И, ну, наверное, помните, вот это было. Это было запущено тоже оттуда. Да. Анекдоты придумывали в ЦРУ. Совершенно верно. А сейчас вот мы имеем то же самое, но в гораздо более худшем варианте. И действительно что-то незаметно тех правдолюбцев, которые...
будут говорить о том, что ситуация, мягко говоря, выходит из-под контроля в прямом смысле. И мне кажется, ну, я не знаю, поддержите или нет, наши люди это видят все-таки за последние годы, но на многое глаза открылись, на абсолютные двойные стандарты, на абсолютную ложь-то, да, да и сейчас по одному и тому же, по похожим поводам абсолютно разные у них позиции, и наша задача, конечно, людям об этом... Есть еще один момент, который вот не принято проговаривать, но все-таки, наверное, надо об этом сказать. Что, вот смотрите, Дональд, он такой весь экспрессивный, экстравагантный, да, своеобразный mm-hmm. человек, очень своей точкой зрения волевой. Байден, он такой. Косит под интеллигент. Вот, но у всех этих двух людей объединяет одно качество. Под их особенности можно протащить любые дикие решения и оправдать эти решения. Ну, они же такие люди. А решения по-любому будут принимать глубинное государство. Угу. И вот такие люди не совсем как бы обычные, очень хороши, как ширма, которая прикрывает подобные решения. Да, сюда приезжала команда Трампа, они такие, да, вы с нами, мы с вами. Я говорю, вы подождите. Трамп больше всех в отношении нас ввел санкции. Вообще не было такого президента, который так нас душил бы. Да? Ну что вы думаете, он не кал, что ли? Я говорю, подождите, а что, так можно? Ну, Леша Волков, по-моему, задавал им вопросы. И не говорит, а он мог. Ну, не вникал. Не верю, что не вникал, но вот такая история. По поводу глубинного государства мы как-то делали. По поводу этого материала. Сейчас пост хороший такой появился. Мы в интернете я его увидел. Кто самый влиятельный в мире? Маск, Трамп, Безос. Правильный ответ – Лоуренс Финк. Кто это? Руководитель BlackRock. Помните, мы про BlackRock рассказывали. Компания «Черная скала». Активы, которые превышают сумму в 20 триллионов долларов США. Реальная стоимость компании 50% всего ВВП США. Чтобы вы понимали, кто владеет Соединенными Штатами Америки. Компания находится в топ акционеров всех мегакомпаний. И именно они управляют Федеральной резервной службой США. Частная компания. Центральными банками и казначействами. Подминая под себя всю финансовую глобальную систему мира. Финк раздает повестки финансовому миру на каждом экономическом форуме в Давосе. У него все мировые СМИ. Чтобы вы понимали, независимые СМИ. CBS. NBC и CNN, и тоже его, управляет активами крупнейших технологических компаний Apple, Microsoft, Meta, Tesla. А также этот товарищ владеет акциями Coca-Cola, PepsiCo, Boeing, IBM, HP, Philips, Intel, Shell. Ну, могу перечислять, все мировые крупнейшие компании принадлежат ему. Как вы думаете, решает ли господин Трамп или Байден хоть что-либо в этой стране? Нет, Трамп, по-моему, попытался, за что... И поплатился. За что тут же поплатился. Еще одна новость, у нас осталось там, наверное, минут 5. Новость последней недели. Вы говорили, чем занимается Европарламент. А вот чем выяснилось, ну, чем-то что занимается. Грузия страшная парламентская диктатура, Марат Сергеевич. Ужас. И Европейский Союз взялся за эту страну основательно. Что там они придумали? Лидеры стран ЕС пришли к согласию по вопросу остановки процесса вступления Грузии в Евросоюз. Я предлагаю этот день объявить, ну, не национальным праздником, но красным днем. Днем календаря в Грузии. Днем спасения, кстати, да. ЕС заморозит 30 миллионов евро, выделенных на поддержку Грузии в сфере обороны, что является стоимостью примерно, я думаю, годового бюджета фуршетов в Европейском парламенте, но, судя по их зарплатам, за 30 миллионов хотели Грузию купить. В администрации Байдена разработана масштабная информационная кампания по дискредитации правящей партии «Грузинская мечта», сообщает служба внешней разведки Российской Федерации. Я думаю, что будет готовиться, вот ключевую роль в разжигании антиправительственных настроений должна сыграть грузинский президент Саломе Зурабишвили. Американским. Как задумали вашингтонские режиссеры, глава государства даст интервью одному из американских СМИ, в котором возложит на грузинское правительство вину за деградацию переговорного процесса по вступлению Тбилиси в ЕС, предупредит широкую общественность о катастрофических последствиях сближения с Москвой и ущербе, наносимом Грузии релокантами из России. А потом выведут людей на улицу и понесется. Будет такое? Нет? Ваш прогноз. Я бы только пожелал нашим грузинским коллегам и партнерам, и друзьям, и народу. Посмотрите, чем закончился Евромайдан на Украине. Сейчас уже так не принято вспоминать. А с чего все это дело начиналось? Там даже не перспектива членства Украины в ЕС,
а там соглашение о торговле с ЕС было в основе. Вывели Евромайдан. Убийственное для Украины. Злой Янукович не захотел подписывать здесь сейчас соглашение об ассоциации, которое было действительно убийственным для украинской экономики и подтвердил это в ближайшие 2 года. Но страны нет, людей сотен тысяч, я думаю, уже нет. Миллионы выехали, потеря территорий. Просто наши братья-грузины, посмотрите на украинский опыт и не поддавайтесь этим провокациям. Грузинской мечте, поскольку она последние годы проводит как партия вменяемую политику, хочется пожелать стойкости и выдержки. А вообще, все, в чем они виноваты, это... они просто захотели вслух сказать о грузинских вот национальных интересах. И за это они стали врагами. И за это их будет бить. Вот Дмитрий Александрович сейчас скажет, а может, ему не ответить на вопрос только. А они вообще, вы сказали, друзья, а Грузия я как-то упустил. Они друзья наши или нет? Я помню, там в 2020 году по такому же примерно поводу, когда нас пытались качать, как и сейчас, Грузия. Я по-моему, так скажу, они так не особо. Грузинский народ нам да. близок. А остальные, понятно. А уж вот это мое мнение. На сегодняшний день перспектива вступление в ЕС превратилось в морковку, за которой идут ослы. Ну, один вопрос. Вот, за который уже никто не хочет идти. На вопрос, друзья ли нам грузины. Грузины нам друзья. Да. Достаточно поехать в Грузию, пообщаться с людьми, когда они узнают, что ты из Беларуси. Никогда не возникает никаких проблем. Вопрос не в Хотя государстве. Нет, министру не буду задавать такой вопрос. Никак не в государстве. Вопрос конкретно в управленцах, которые приходят во власть. Посмотрите, два антагониста. Премьер-министр Грузии, который думает о своем народе, и президент Грузии Зурабишвили, которая, не являясь гражданкой Грузии, она является гражданкой Франции, она выросла, она родилась во Франции, она выросла во Франции, она обучалась в США, и она четко понимает... Она возглавляла комитет внешней разведки Франции, представляете? Она в любом случае работала всегда на Запад. Никакого отношения к Грузии даже ментально она не имеет, кроме там, того, что она грузинка по крови. Да? Потому что ее родители, ее там, предки, они были грузинами. Самый важный момент – это антагонисты. И они оба во власти Грузии сегодня. И слава богу, что в свое время роль премьер-министра по отношению да, к президенту Грузии, она была повышена, и он начинает принимать решения, которые Зурабишвили, к сожалению, не может преломить. Но я бы хотел отметить один простой момент. Очень важный, на мой взгляд. Нам нужно говорить не только там, о том, что в Грузии 20 тысяч НКО, которые кормятся за счет фонда Сороса там, и других западных фондов, что в них работают люди, у этих людей есть семьи. И они, для них это смысл, для них это смысл зарабатывания денег. Да, поэтому они в любом случае будут выходить на улицу и выполнять то, что им говорят донаторы. Да. Я хотел бы обратить внимание, что очень много будет зависеть в том числе от позиции союзного государства, России, ОДКБ, СНГ и ЕАЭС. Потому что для того, чтобы получать, или точнее не получать проблемы на своих границах и действительно сближаться со странами, которые ментально нам близки, несмотря на то, что грузины, но они ментально близки и белорусам, и русским. Почему? Потому что христиане. Потому что христианские ценности для них немаловажны. И когда мы вспоминаем, извините, Орбана, да, то почему я его сюда хочу привлечь? Почему у него такая позиция, как вы думаете? Потому что у него 5 детей, и он думает о их будущем, на секундочку, в отличие от многих европейских политиков. От французского, например. Премьер-министра, который живет не с только министром иностранных дел. Да. Но помимо этого, еще Орбан в свое время добился, что в Конституцию Венгрии было записано, что венгров объединяет Бог и христианство. Так вот, для грузин христианство не пустой звук. Угу. И они получили его значительно раньше, чем мы, например. Но вопрос второй. Вот от позиции, активной позиции, публичной, это чтобы народ видел, и не публичной, когда правители, когда руководители начинают между собой договариваться о правильных вещах. Вот от этой поддержки
Во многом будет зависеть то, что происходит в Грузии. И не надо стесняться того, это не вмешательство. Это позиция, которую мы обязаны демонстрировать, что мы в любом случае поддержим эту страну. Угу. И не надо бояться вот этих санкций на 30 миллионов, еще что-то. Мы с вами живем под санкциями 27 лет. 27 лет. Если бы этих санкций не было, Беларусь бы не просто была бы развивающейся страной, она была бы же суперразвитой страной. И не надо бояться об этом говорить, и грузинам в том числе. Марат Сергеевич, Иван грузины Павлович. Гордые люди, да, обязательно. 30 миллионов. Лучше они этого не объявляли бы. Еще раз говорю, это на пьянке депутатов Европарламента на полгода. Секунду. Последняя ремарка, да. Сколько Иванишвили заплатил своим футболистам за выход в 1/8 финала? 10 миллионов долларов? Только футболистам. Только футболистам. Я хотел бы, Иван Михайлович, ответить на ваш вопрос, который вы задали. Закончилось ли для Грузии? Ну, в таком духе. Ничего не закончилось. Ничего не закончилось. Мое глубокое убеждение, что вот эта политика, пронациональная политика, которую занял премьер-министр и партия «Грузинская мечта», она вызовет яростное сопротивление, и страну будут качать всеми возможными способами. С учетом вот этих НКО, с учетом нашпигованности западной агентурой, агентами влияния на всех уровнях. Сейчас еще выкопают лежащего в тюрьме, в больничке. Я думаю, что вот это будет развиваться. А я полностью согласен с Маратом Сергеевичем, что совершенно не надо стесняться той же России объявлять страны, которые находятся рядом с ней, в зоне ее исключительных национальных интересов, где она определяет многие вещи, не политику страны, ни в коем случае, но вопросы, связанные с безопасностью, с лояльностью себе. И опыт Украины нас многому научил. Поэтому я думаю, что здесь действительно многое зависит от жесткой позиции России. И к вопросу об этих деньгах, ну, я, конечно, не знаю, не могу говорить за президента России, но мне кажется, что если бы в переговорах был поставлен вопрос о необходимости помощи, примерно в таком размере... Она была бы... Конечно, даже просто не обсуждали бы это даже. Смешные деньги. Сейчас Китайская Народная Республика в Грузии строит огромный морской терминал, и общая сумма инвестиций и в дороги, и в железные тогда дороги, точно Майдан около 5 миллиардов. То есть ну, сопоставьте эти суммы. Тогда точно им устроят Майдан. Я еще раз прошу грузинский народ, наших грузинских братьев, просто посмотреть чужой опыт и не повторять его. Ну, у них и свой был. И свой. К сожалению, но... печальный. Может, это их немножко отрезвит. И тем более у них ситуация потом была такая, что им все равно пришлось восстанавливать отношения с Россией, потому что рынок был для них закрыт после 2008 года. И они это на себе очень серьезно почувствовали. Я думаю, что прививка какая-то сделана была, потому что даже те волнения, которые были против приема этого закона, да, мы увидели, что по интенсивности гораздо меньше, чем это было раньше. И правительство сумело взять под контроль, и сейчас там достаточно спокойно. Все тоже показатель того, что все-таки сейчас грузинская мечта контролирует ситуацию. Угу. То, что, безусловно, выпады будут, и то, что будут, как говорится, раскачивать ситуацию, нагнетать-то, да, но есть надежда на то, что сохранится здравомыслие грузинского. Ну да, мы, конечно, с улыбкой некоторым смотрим, уже завершаем нашу программу, на выступление очень много в интернете Каха Каладзе и премьер-министра Грузии. Они говорят, подождите, ну какой второй фронт, какие санкции против России, нам же это невыгодно, разве можно так вообще делать, зачем такое делать? Посмотрите на страны Балтии, если скажут, можно, нормально, ничего страшного. Для людей удивление, что их качают за то, что они не наносят ущерб своей стране. Но будем завершать нашу программу. По Орбану, кстати, да, такая же ситуация начинает его травить политику. Когда он полетел в это турне, вышла статья под заголовком «Виктор Орбан назначает себя президентом Европы. Смиритесь с этим». Но мы же знаем, что политику — это стенгазета МИ-6 британской разведки. Получили, видно, по шапке. И тут же заголовок заменили на иную версию. Виктор Орбан выходит из-под контроля. Разгневанные чиновники ЕС замышляют ограничить самопровозглашенного президента Европы. Красиво, да? Молодцы. Да. Ну, а чтобы вы понимали, вы говорили, что у нас там с грузинами много общего, да, и с украинцами, там, и с русскими, а с некоторыми немного общего. Последний опрос общественного мнения. Кто победил во Второй мировой войне, благодаря кому мы достигли победы? В России 95% россиян говорят, что СССР.
72% считают, что СССР мог бы победить и без помощи союзников. В Великобритании 59% уверены, что они вместе с США победили. А в США 59% уверены, что США в одиночку победили. А во Франции 47% уверены, что это только США победили. И 17% немного говорят, что может быть и Советский Союз. Да вы что? Поэтому... Удивительно. Вот такая ситуация. Спасибо большое. Это был клуб редакторов. Увидимся через неделю. До свидания. We'll be right back.